сюда, летит! Хорошо, обыгрывай! Попытку за попыткой совершают пензенские регбисты. С недавних пор воспитанники местной школы выступают под знаменем «Локомотива», что накладывает дополнительную ответственность. На первенстве Приволжского федерального округа они в числе фаворитов, и такой статус мальчишки подтверждают на поле. Причем на этот раз им помогают и родные стены. В 2021 году проведение турнира доверили нашему городу. На самом деле Пенза и регби в Пензе всегда славились своими хорошими регбийными традициями, сильными командами. И особенно вот по этой возрастной категории пензенские команды демонстрируют хорошие результаты. В самой Пензе регби 7 очень сильно развито. В эти дни на стадионе Первомайский проходит сразу несколько турниров. Первенство Приволжского федерального округа по регби 7 среди спортсменов до 18 лет играют в привычном формате – два периода по 7 минут. А вот регламент аналогичных соревнований по пятнашке среди атлетов до 16 лет отличается от взрослого. Один тайм длится полчаса. Параллельно ребята борются и за традиционный кубок памяти Вадима Дин Ислямова. Причем пензенцы берут не только качеством, но и количеством. Только в рамках семерки выступают три наших коллектива. Во-первых, это возможность получить игровую практику для большего количества игроков. Во-вторых, мы все-таки надеемся, что две команды из трех отберутся на участие в первенстве России. У нас после года пандемии ребята соскучились, конечно, по соревновательному процессу. И то, что есть возможность заиграть такое количество ребят, это очень хорошо. Кстати, грядущее первенство России по регби-7 также пройдет в нашем городе. Соревнования намечены на август.